Дорогие мои азербайджанские друзья, только что я написал песню на стихи Тани Сергеевой. Она жила в Сумгаите, в 5-м микрорайоне, я жил на 34-м квартале. И так получилось, что мы где-то 15-16 лет нам было, мы с ней общались. Вот такие мы были. Сейчас я вам выставлю. Вот она написала стихи, я написал музыку. Я почему вас предупреждаю, что это стихи ее? Потому что там в песне написано, что Ярослав азербайджанский соловей. Я бы себя так никогда не назвал бы. Но из песни слов не выкинешь. Давайте послушаем. Как магнит притягивает воспоминания, родной далекий Сумгаит. Тяжелым было расставание, там юность, зрелость и мечты, надежды, радость, жизнь моя. Там Юра, Валя и Назим и все мои друзья. Приходишь лишь во сне, Сумгаит, Сумгаит, как ты дорог мне, Сумгаит, Сумгаит, и наш седой хазар, Сумгаит, ты лучше всех. Помыслы мои чисты, там дочек первые шаги, и память это береги. Судьба у нас такая, азербайджанский соловей, и голос Ярослава, ты душу песнями согрей, от Москвы до Краснодара. Во сне Сумгаит, Сумгаит, как ты дорог мне, Сумгаит, Сумгаит, и наш седой хазар, Сумгаит, ты лучше всех, Эль-Адиль-Кивар. Твое творение Сумгаит, зурны звучание моря шум, и вкус гранат рахат лукум, и запах нефти солнца свет, ведь лучше города на свете нет. Поймет без слов, кто здесь родился, глаза открыл мне Сумгаит, приснился. Сумгаит, Сумгаит, ты приходишь лишь во сне, Сумгаит, Сумгаит, как ты дорог мне, Сумгаит, Сумгаит, и наш седой хозяин.